Кносский дворец, находящийся 5 километров от Ираклиона, это столица крито-микенской цивилизации, процветавшей на острове 4000 лет назад. Дворец занимал площадь 22 тысячи квадратных метров и насчитывал более 1100 комнат. Здесь легендарный Тесей, сын афинского царя Эгея, победил Минотавра, чудовище, рожденное от пагубной страсти царицы Пасифаи и волшебного быка. Здесь Ариадна, дочь Миноса и Пасифая, воспылавшая любовью к Тесею, дала ему спасительный клубок, который помог ему выйти из лабиринта. И легендарный Дедал отсюда поднялся в небо со своим сыном Икаром. В покоях царицы Пасифаи установлены знаменитые фрески с изображением дельфинов. По предположениям археологов, высота Кносского дворца достигала 5 этажей, а многочисленные подземные переходы, лестницы, коридоры, соединявшие помещения, стали поводом для предположения, что именно здесь и был знаменитый лабиринт.